Вайп завтра. О, видишь, я же говорю завтра. Блять, бот. Ты, сука, специальный момент поджидал, да? Я вижу, как он сидит за автобусом. Все, убежал за медичку. А вот какой-то хороший вроде молодой человек. Скорее всего, сейчас сядет за медичку и будет сидеть. Такие вряд ли будут рашить, хорошо одетые. Чё, чат, угадаю, в какой комнате крыса? Блять. Я не убил его, что ли? Что? Убил. Или это второй просто был? Все, я не понял сразу. А, вот он. 69 рад киллер. Понял все. Но я как бы не рад, поэтому, видимо, у него не пошло из-за этого. В жизни калаш рельсу простреливает. Вдоль причем, понимаешь? Рельсы просто кладут, он вдоль вот так простреливает калаш рельсу. Голову, голову. Хорошо. Хорошо. А, он, блядь, с фонариком сидит за ящиком. Ты профессионал. На подавление. Один работает на подавление, второй отходит. А я даже убил одного, кстати. А нет, не убил. Я думал, он мертвый, блять, все это время. Чат, представляете? Нет. Нет, прав. Нет, меня сзади убил дробовик. Блять, ну зачем ты пришел сюда, дробовик? Это там эмка, что ли, какая-то? Блять. Нормально тебе там? Он сам себя взорвал. Что? Что? Ах ты! Видали крысу, а? Ну тебе два хедшота, блядь. О! Туда! Крысёныш 45-го левела, блин. Блять, пятый класс, блять, МП7. Каска забрала, блядь.
Пойду-ка я спрячусь, блядь, там у чувака СТМ. А, этот вообще лутал типа, походу, я его убил, да? Да, вот его. Брукса, не пикай. Это какой-то твитчер был. Охоками. Кстати, тоже со СТМ-кой. Ну и что ты орешь? Ну, всем, кстати, в голову. Четко. Ну ладно, пойдем в этот, в сервера. О, ходит справа от медички, видели? Челик. Один, нет, такой, интересно. У меня звезда кончилась. Сделать, я же с собой нельзя таскаю. О! Get the fuck out! Get the fuck out! Что это за этот? Певец какой-то. Не ожидал он, что я его подпушу под его же хаешку. Тут еще идет, кстати, к нам. Там, походу. А вот тут друган мой был, а вот... Блядь. У меня сзади на мосту контакт. Да. Еще обратно. Только от Вейкера идут люди. Меня пикает. Аня, ты где? Я у моста, под мостом сейчас буду. Я под мостом. Гранаты летят к тебе. Убил меня, убил, он подходит от моста. Под уже мостом? Подошел. Уже подошел, да, уже где-то будет в зеленке, где дверь. Как ты там живешь, ты чел, бля? Есть гранатка, чувак. И контролит? А, да, давайте дождь как раз. Включайте дождь. А то только геймплей начался интересный. А, вот он, наверное, лежит. Герман-террорист. Ага. Гранатка. Вроде как стреляться они не особо хотели. Они отходят по второму этажу. Блин, тут же был человек. Может, он на лестнице стоит?
А, не, во, я взорвал. Все, отлично. Вот он, курябчик. Как? Все, топим отсюда. Ну, прошу заметить. Все убийства в... А, ладно, в живот. Яков сладкий подвел меня, блин. Один в углу сидит. Вот там. Мой, блядь. Это моя добыча. Как я опять ослеп сейчас, блядь? Блядь! Так, у нас еще один был. Ладно, это не важно. Сюда. Еще раз. Блять. Попал же тебе в голову. Или в грудь там залетело. Вроде так хорошо залетело, но не убил. Чела боты. Тот и другой. Просто стал ждать. О, хорошо залетело. Блин, грудной клет. Три балла. Очень плохо серверу. Он, конечно, умер, но очень поздно умер. Он еще до этого должен был умереть. Отвык от твоего безэмоционального сарказма. Блять. Не, это не они. Слишком маленькие. Неопытные. И вектора у них не было. Да, это не они. Оттуда сейчас стреляла. Давай, пацаны, гази! Решала должен быть минус. Еще подкрался с АКМом, наверное, да? А нет, это КСУ. Так, вот, а, ты на камнях бегаешь сейчас? Я на камнях, да.
Блять, ноль звуков, убил его. Я на первом. На третьем хирус. Блин, когда же они эти ступеньки починят? Не смотрел. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.